В 2013 году впервые в международной практике было решено не созывать комиссии отдельно на каждые выборы, а сформировать команду сразу на 5 лет. Именно этих людей впоследствии обучали на семинарах по постоянно меняющемуся избирательному праву и введению новых технологий. Сейчас мы при помощи новых программ получаем протоколы об итогах голосования. Мы сейчас при помощи новых программ максимально быстро оформляем заявление о голосовании по месту пребывания. Безусловно, что эти направления будут развиваться и будут позволять максимально открыто и прозрачно проводить выборы. За плечами этих участковых комиссий 6 избирательных кампаний, а в Адлере вообще 7. Недавние выборы президента показали, что сочинские участковые комиссии справились на отлично. Только желающих проголосовать не по прописке оказалось 48 тысяч. Плюс внимание многочисленных наблюдателей. Отмечая профессиональную работу членов избиркомов, председатель городского собрания Сочи отметил, в них ничуть не сомневался, потому что в комиссии вошли активные общественники. Большинство из них – это наши работники социальной сферы. Это учителя, это работники дошкольных образований, культуры, здравоохранения. Это тот актив наш, на который мы опираемся по решению любых городских задач, которые стоят перед нами. Поэтому хотелось бы всем им и сказать искренние слова благодарности от всех депутатов городского собрания. И удачи на дальнейшем. В ближайшее время будет утвержден состав участковых избирательных комиссий на следующие 5 лет. Этот цикл не такой насыщенный, как прежний. Тем не менее, сотрудников ждут 4 избирательные кампании.